Уважаемые телезрители, я рад приветствовать вас у экранов ваших телевизоров. Галерея вкусов вновь вернулась в ваши дома. Мы находимся в торговом доме Киргу, в доме, в котором есть абсолютно все. И вас ждет новый сезон Галереи вкусов в абсолютно новом формате. Кстати, вот такой замечательный подарок ждет наших сегодняшних гостей, с которыми сейчас я вас познакомлю. И самое время познакомиться с нашими сегодняшними гостями. Замечательная семья Кунаховых, Фазил и Рима. Очень приятно. Ассаламу алейкум. Погода прекрасная на улице сегодня. Такие же замечательные ясные лица у вас. И наверняка уже в голове вы подготовили для нас кулинарные шедевры, которые мы будем воплощать здесь, в торговом доме Киргу, в доме, в котором есть абсолютно все. Так что давайте приступим. Подскажите мне сразу, кто главнокомандующий на кухне сегодня? Так. Кто отвечает за блюдо? Вообще главнокомандующий я, а так на кухне она. Рима, в таком случае расскажите нам, что вы сегодня будете готовить. Так, я сегодня подготовила очень интересное блюдо. Так как у нас вот дагестанский колорит, все связанное с мясом. Мы недавно просто были на отдыхе на Мальте. И есть такое интересное блюдо, вот фаршированные баклажаны. Мы будем готовить как блюдо горячее. Мы приготовим десерт. Чизкейк мы приготовим, очень полезное и вкусное блюдо. И, конечно же, мы приготовим еще и смузи. Наше летнее красивое блюдо. Смузи время. Поподробнее. Это что у нас такое? Смузи – это вот фрукты и йогурт. Да. Вот про баклажан фаршированный хотелось попробовать. Вы первый раз его на Мальте попробовали, честно? Нет, мы-то его пробовали. Или это вы привезли это блюдо на Мальте? Но на Мальте было очень много разных блюд. И, как правило, это же остров Мальта. И вы свое нашли, да? И у них было очень много морепродуктов. Я смотрела, какое же блюдо подошло бы нашим дагестанцам, да? И вот выбрали именно это. Потому что мяса там не так много. Но вот оно было именно с овощами. Очень вкусно. Ну, мы поменялись чуть-чуть. Хинкал на это блюдо обменялись с ним. Мы им дали рецепт хинкала, а они нам этот рецепт. Ну, хорошо, будем сегодня проверять, насколько это вкусно. Давайте приступим непосредственно к приготовлению блюд. Давайте. Поехали. Мы наверняка сейчас начинаем приготовление блюд именно с этого мальтийского блюда. Да, да. Все верно? Да, да, да. Мы сейчас нарежем баклажаны. Да, мы нарезаем баклажаны, делим их на две части. Угу. Вот это нам нужен большой нож. А потом мы берем маленький нож и удаляем сердцевину. Угу. То есть мы просто очищаем ее. Сейчас покажу, а Фазил мне поможет. Да. Параллельно, если вам не сложно, вы сможете отвечать на мои вопросы? Легко. Да, конечно. Хорошо, первый вопрос, чтобы нашим телезрителям уже было совсем понятно. Вы семья, у которых есть сколько детей? Сейчас приготовьтесь, уважаемые телезрители. У нас четверо детей. Четверо детей. Да. Возрастные категории от и до. У нас детям 17 лет, 14 лет, 5 лет и 6 месяцев. Вопрос с няней не стоял на повестке дня, как я понимаю, когда вы выезжали. Нет, точно. Вопрос с няней не стоял, потому что мы это продумали, это занятие. И, конечно же, у нас есть уже нянечки, а теперь лялечки, и мы отдыхаем на Мальте. Замечательно. Скажите, пожалуйста, вот я думаю, нашим телезрителям будет интересно, кем вы работаете вообще, где, чем занимаетесь? Мы предприниматели, сотрудничаем с крупной международной компанией прямых продаж. Ну, то есть вот ответ, чем надо заниматься, чтобы отдыхать на Мальте, дорогие телезрители. Тем временем мы уже вырезали практически сердцевину. А мы сперва должны их обжарить. Павел должен делать это. Да. Мы их должны обжарить сперва, нет, чтобы мы сначала фаршировать. Их подготавливаем, потом нам необходимо их посолить, чтобы горечь убрать. А потом уже мы будем сердцевину крошить и обжаривать вместе с фаршем. Вы вместе работаете? Мы вместе. Работаем. Да, мы вместе работаем. А как так, как удается, вот, обычно как бывает, из дома убегаешь, думаешь, фу, наконец-то отдохну хоть от семьи, а тут и на работе вместе, и дома вместе. Нету такого состояния, ну, что? Ну, честно говоря, сначала было стыдно, потом привыкли. Я шучу, да, честно, это очень удобно, во-первых, во-вторых, жена всегда при тебе, и в-третьих, ты не чувствуешь разницы, когда ты на работе, когда ты дома. И как люди говорят, если ты полюбишь то, что ты делаешь, ты ни один день не будешь работать. В принципе, мы это используем. И
придерживаемся этого. А еще знаете, Султан, что в нашем вот бизнесе, да, вот компании, с которой мы сотрудничаем, там ценности очень интересные, и они очень совпадают с нашими семейными ценностями. Поэтому нам там очень комфортно. И почему именно семейно? Даже если будет работать один, он будет активен, а отдых, вот весь досуг, это все проводится вместе. Поэтому нам очень интересно вместе. Ну, давайте тогда поговорим поподробнее про отдых, досуг. Вот вы были на Мальте. Какое блюдо запомнилось вам? Честно скажу, я вот любитель всяких блюд. Любитель блюд, желательно без хлеба. И на Мальте больше всего запомнилось, знаете, у них специфическая такая еда. И они готовили куропатку. Для меня больше всего запомнилась вот эта куропатка, потому что... Как она кричала, когда ее готовили. Не то чтобы как она кричала, как она уходила в желудок. Вот это мне больше нравилось. И, конечно же, то, как они ее приготовили, это единственное, что я там, в принципе, и усиленно... поедал, потому что мне это понравилось больше всего. А так у них, конечно, специфическая еда. Они любят готовить мясо очень с кровью там, и так далее. Очень много морепродуктов. Очень много морепродуктов, да, у них. А Риме что понравилось? Я там наполняла свою тарелку в основном зеленью, овощами, фруктами. Ну, понятно. Вот, вот так. Ну, зелень у нас тоже была. У нас в тарелках тоже зелень была. Ну, с мясом. Зелень с мясом. Отдохнули на Мальте, вернулись домой. Кстати, вот вы, наверное, не только на Мальте бывали, много где. Да. Где больше всего запомнилось? Вот и кухня, и вообще отдых. Мы в прошлом году были остров Тенерифе, отдыхали. Это Испания, Канарские острова. Вот. Турция, Египет. Италия. Где вкусно? Италия, Испания. Конечно, вкуснее всего в Турции. Турция это... Да, будучи даже на отдыхе на Мальте, на острове Мальта, мы вспоминали турецкую кухню. Все-таки, видимо, от того, что она такая приближенная именно к нашему, да, наш вариант. А где невкусно тогда, спрашиваю? Ну, мы находим везде вкусные блюда для себя. Ну да, мы же дагестанцы, мы всегда находим вкусное для себя. Учитывая то, что вот вы вернулись уже с отдыха на работу, и учитывая тот момент, что вы находитесь на работе, причем вместе, как распределяются домашние дела у вас? Так, вот это вот очень интересный вопрос. Домашние дела, они всегда распределяются между ними. Вот. Между кем? Что это? Это значит, у меня две девочки старшие, у меня вообще три девочки. Один мальчик и три девочки. Ну и, конечно же, очень эффективно распределяются между ними все домашние дела. А я, ну, я что делаю? Я иногда показываю, что недоделано. Вот. Ну, конечно же, собираю... Как показываете? Можно? Как показываю, я... Вот так, да? Что-то с этой тарелки я, наверное, все-таки не поел пока. Нет, я все-таки делаю чуть по-другому. Я беру и показательно это убираю. Да, это бывает, знаете, есть такая пословица: твои дела говорят громче, чем твои слова. Вот, поэтому, если мы один раз это покажем, второй раз они уже все там не делают. У нас в семье поэтому идиллия, поэтому всех понимают, и говорить надо очень мало. Ну, судя по тому, знаете, Фазил, как, с какой скоростью у нас готовятся баклажаны у Римы и у вас. Все говорят дела. Да, да, я вот как бы уже понимаю. Слов не нужно, я уже все для себя понял. Ну что, сейчас я завершу нарезку помидоров и перейду к готовке чизкейка. Помидоры тоже входят в состав фарша? Да, да, да. Тоже дает свой вкус, очень пикантный. А чизкейк тоже что-то нарезать надо или там просто Нет, смешать? Там просто все смешивается. А что смешивается? Я вот смотрю сейчас все, что на столе есть, и не могу понять,
что у нас для чизкейка может пригодиться. Но основной ингредиент этого блюда – это творог. Угу. Творог, он чтобы был не кисленький, ну, невысокой жирности, потому что нам все-таки важно, да, наше здоровье. Мы исключаем такие, где есть возможность, дополнительный входящий состав жиры. Угу. Вот, что еще входит туда? Яйцо, сметана, крахмал и сахар. Ну так, неожиданно, дорогие телезрители, мы отложили приготовление баклажана и приступили к приготовлению чизкейка. Для этого мы берем все ингредиенты. Для этого нам нужен блендер? Блендер. Так, ну что, закладываем творог. Нам необходимо 600 грамм творога. Ну сейчас вообще все, что, все ингредиенты сюда, да, отправим? Да, да, да. Все по порядку. Как вы определяете на глаз 600 грамм? Я не определяю на глаз. Мы купили упаковочку. Там было 600 грамм. Вот в чем секрет. Всем понятно. Вы вместе работаете, и хотел спросить, как распределяются обязанности по воспитанию детей? По воспитанию детей это обязанность на мне. И все воспитание, которое получают мои дети вместе с моей женой, на мне. Вот, и поэтому... Если какие секреты или что? Да, вот мне интересно, например, вы их ругаете чаще или наоборот поощряете, за счет чего? Вы знаете, мы были молодыми, когда у нас появился первый ребенок. Первого ребенка, конечно, мы ругали. Мы ругали, что воспитывали по-дагестански. Вот. Потом родился второй ребенок. Второй ребенок мы воспитывали друг друга. А вот когда родился третий ребенок, вот третьего воспитывали уже мы. Вот. И вы знаете, ругать ребенка – это не самый хороший вариант воспитания детей. Лучше показать это в сравнении. Не чтобы там отругать и так далее, а вот показать, что в сравнении, что было бы вот лучше, если бы было бы вот так. Я считаю, что это один из основных моментов воспитания детей. Если вы хотите, чтобы ребенок вырос не подавленным, а человеком, который в жизни что-то хочет себе поменять. Вот, в принципе, так. А вы вообще не видитесь, не пересекаетесь дома с детьми? Что-то ему вообще молчит. Я просто ждала, пока Фазил скажет свое мнение, потому что у нас вот мы две личности разные, ага. Но мы очень стараемся находить всегда общее, компромисс, и в том числе и воспитание детей тоже. И у меня подход, он совсем другой. Даже недавно у нас было такое мероприятие, с психологом мы встречались, и где присутствовала моя вторая дочь. После общения со специалистом она просто подошла ко мне и сказала: «Мама, спасибо тебе огромное, что ты нас воспитываешь абсолютно правильно, представляете?» Это сейчас это... чай, огород, камень. Нет, мы это оба вместе следуем таким принципам, да, вот то, о чем Фазил говорил, стараться не ругать, а наоборот, вот послушать, относиться к детям просто как ко взрослому человеку, разговаривать с ними как со взрослыми людьми. Конечно, это очень сложно, особенно сейчас у нас 6-месячная девочка, с ней хочется просто сюсюкать, мумукать. А хотя я понимаю, что это маленькая женщина, представляете? А вот когда будет такой правильный подход, будет правильно, конечно, развитие детей тоже. Ну вот касаемо того, что психолога, да расскажи. Что именно? Была такая сценочка, у нас это проходило в офисе, у нас была встреча с психологом, и она говорит: давайте сыграем такую сценку. Ты приходишь домой, приглашает мою дочку, ей 14 лет, она учится в школе, приглашает домой и говорит: вот вы пришли домой и получили двойку. И представьте себе, что вас родители ругают. И наша девочка говорит: вы знаете, она стоит в ступоре, она не понимает, когда можно прийти с двойкой и чтобы ругали. Мы за двойки не ругаем, мы... говорим ребенку, что можно учиться лучше, все зависит от тебя, вся твоя жизнь у тебя в руках. Мы готовы помочь тебе для того, чтобы ты развивалась сама. И психолог смотрит на нас и говорит, она, конечно, чуть-чуть в шоке, что такого нету, и говорит: ну давайте представим, что вы нестандартная семья. Ага. Вот. То есть психолог какой-то... Да-да, давайте представим, что вы стандартная семья.
То есть этим сказано, что она работает с людьми, и она чаще всего видит, что, конечно же, за двойки ругают. У нас такого нет, мы просто показываем, что можно учиться на отлично. Что после встречи с вами психологу понадобился психолог. Все ясно. Теперь я знаю, какая вы семья. Давайте включим блендер, потому что сейчас разговаривать будет просто невозможно. Вот так замечательно наш блендер неожиданно, практически мгновенно справился с творогом и со всеми продуктами, которые мы накидали в блендер. Вот. Я что предлагаю? Я очень вас прошу, Фазил, ненадолго оторвитесь от своего баклажана. Я вас очень прошу. Послушайте меня, пожалуйста. И вы, дорогие телезрители, не забывайте о том, что мы все это снимаем здесь, в торговом доме Киргу, в доме, в котором есть абсолютно все для вашей семьи. Мы сейчас ненадолго прервемся, кое-какие нюансы, здесь штрихи подкорректируем и продолжим приготовление наших замечательных блюд. Рекламная пауза. Дорогие телезрители, мы вернулись снова сюда, на нашу импровизированную кухню, где кипит работа. Нарезается баклажан, здесь уже готовится второе блюдо. Вот. И все это происходит здесь, в торговом доме Киргу, в доме, в котором есть абсолютно все для вашей семьи. И у меня есть для семьи, которая сегодня к нам пришла, Фазил, Рима, предложение. Я хочу сыграть с вами в игру. Давайте. Игра несложная. Да. Значит так, поясню и для телезрителей, и для вас. Я буду задавать вопросы. Если вы считаете, что правильный ответ – это Рима, то поднимайте вверх розовую. Правильный ответ – это Рима, розовый. Да. А если вы считаете, что правильный ответ – Парис, то поднимайте синим. Готовы? Да. Поехали. Не подсматриваем. Фазил смотрит в свою камеру, Рима – в свою камеру. И отвечаем на вопрос, кто чаще начинает скандалы в семье? Можете посмотреть на свои ложки. То есть вот оно, так как оказывается. Мы не скандалим вообще, я не скандалю. Разговор начинаю, что мне не нравится. Вы знаете, женщины созданы для этого, и поэтому на это особо внимания обращать не нужно. Хорошо, тогда следующий вопрос. Кто, как правило, первым идет на мировую? Я даже наперед мог сказать, что все именно так и будет. И скандала как такового нету, да? На мировую легко идти, да? А что, если ты не паришься, что на мировую идти туда? Представим, что вы пришли в торговый дом Киргу, дом, в котором есть абсолютно все. Выбирайте, может быть, мебель, может быть, еще что-то. Вот. Почти определились, за кем остается последнее слово. У вас не будет, что ли, сегодня скандала? По-моему, по очереди поднимаете. Просто, знаете, мне интерьер и так далее, я все доверяю ей, и нормально. Я готов. А еще больше я вам хочу сказать, ему если что-то нравится, он уже остановил свой выбор на этом, но он не возьмет, пока я его не одобрю, потому что. А вот если вы видите, что вот, ну, понравилось Фазилу, и вот он уже в принципе хочет взять. Но если это все вы можете сказать, если вам не нравится? Нет. Конечно, скажу. Да? Конечно. Если на самом деле. Я найду все аргументы, чтобы доказать ему то, что оно не тот. Здесь я чуть-чуть могу ложку поднять, не поднять, какую поднять. Здесь я скажу так, да, вот, если мне что-то очень сильно понравилось, оно уже бывает дома. Или такой вариант, а потом бывает вопрос. Зачем взял? Нет, когда уже дома находится вещь, то мы всегда рады. Представим такую ситуацию. Дома один телевизор, и в одно и то же время на одном из каналов идет футбол, Реал Барселона, на другом... Сериал, вот сейчас все страдают до сих пор, там какой-то персонаж турецкий умер, вот, и вот заключительная серия этого сериала.
какой канал будет включен у вас? Не один, я так думаю. У нас, мы телевизор, честно говоря, вот так вот. Мы даже не знаем, кто умер, какой сериал идет. Футболом тоже особо я не интересуюсь. Мы телевизор смотрим очень редко. Из видов спорта Фазил бы посмотрел очень с большим удовольствием, наверное, хоккей, да? Да, хоккей, это, да, я бы посмотрел бы хоккей. Но если вот будет идти вопрос о хоккее, тут возражения не будет, и хоккей будет включен. Ага. Все, вот такой вариант. Понятно. А так мы на самом деле больше времени проводим за другим, нежели за телевизором. И вот этот сериал, который на самом деле сейчас, что Инстаграм, что другие соцсети, везде эти картинки непонятные. Мы только вот вчера об этом узнали, что есть такой сериал, есть такие-то герои, о которых на самом деле страдает большое количество людей. Да. Зрителей. Я хочу сказать, что люди переживают больше, чем если вдруг кто-то где-то скончался родственник. Все, понятно. Представим такую ситуацию. Вы дома готовите кушать. Спорная ситуация, возник спор, кто лучше готовит, кто приготовит вкуснее. Я даже не буду смотреть на ваши ответы, продолжаем. Вы ждете скандалы, я так думаю, да, сегодня? Скандалы, интриги, расследования. Просто торговый дом Киркова, дом, в котором есть абсолютно все. Вот, заключительный вопрос. Кто в семье главный транжира? Я заканчиваю. Можете до конца уже провести передачу. В принципе, у вас все очень синхронно получается. Я вам сегодня здесь, на этой кухне, не нужен. Поздравляю вас. Вы прошли этот тест замечательно. Ну, я слышу, как сейчас наши телезрители вам аплодируют. Но еще больше они будут вам аплодировать, когда баклажан будет до конца нарезан, ну и три блюда будут до конца приготовлены. Поэтому давайте приступим непосредственно к приготовлению наших блюд. Окей, продолжаем. Продолжаем. Что я хочу сейчас, с чего хочу начать, так это приготовить тесто для того, чтобы уже погрузить нашу начинку и отправить чизкейк наш в духовку. И ага. Смузи, да? А готовим. Фазил на может, самом деле... Может, вы будете чтобы... Фазил смузи готовить, а я перемещусь плавно к себе, чтобы вам не мешать. Ложки. А Фазил будет нарезать фрукты, чистить и нарезать. А у меня такой интересный вопрос к вам. Все-таки, да. Может, что-нибудь получится у меня сегодня. Вы зарплату общую получаете? Да. Или у каждого своя? Да, общая. Общая? Да. Хорошо. И что бывает с зарплатой? Зарплата, супруга говорит, зарплата остается дома, как бывает в анекдотах, в разных рассказах. Но, или же... Честно вам скажу, дома не остается, она остается в банке. И как бы по необходимости пользуемся карточками. Угу. Так, не буду спрашивать, на кого открыть счет, а кто по доверенности ходит в банк. Давайте отойдем от реалий жизни и представим на секунду, что вы герои фильмов. И какие это фильмы, жанр фильм? Комедия, мелодрама, боевик? Каждый, причем пусть сам ответит, героем какого фильма он хотел бы быть и какого персонажа сыграть? Так, очень интересный вопрос. Я бы, скорее всего, сыграл бы, знаете, это я не знаю, как она называется, мелодрама это или что. Я бы сыграл бы роль какого-нибудь известного бизнесмена. Ага. Почувствовать себя. Да. Не такого бизнесмена, а такого нормального бизнесмена. Ну, понятно. Бизнесмена, который денег зарабатывает, вот. И который ведет крупные компании. Ну, я думаю, что я бы выбрал бы такую роль, а она... Вот мне тоже сейчас очень сложно вспомнить фильм и вот героев, да. Но какую бы роль я бы себе загадала, то это, чтобы я была в этом кино главной героиней. Ага. Чтобы я позиционировалась как очень успешный, как человек в целом. А у человека очень много сфер, да, развития. Мы все ближе и ближе к бизнесмену. Ну, возможно. Чтобы я была тем человеком, который полностью реализовала свой потенциал, хотя это очень сложно. Абсолютно счастливым человеком, с такой красивой, гармоничной семьей, с трудностями в жизни, без них, потому что они бывают, но такие трудности, которые мне, они по плечу, и чтобы они вырастали в своей сложности, мои трудности, чтобы я их преодолевала и преодолевала.
Вот таким героем бы я хотела быть. Такой турецкий сериал у нас получился незаметно. Ну и вернемся мы к баклажану. Да, да, да. Кстати, у нас уже времени все меньше и меньше, поэтому нужно немножко ускориться. У меня баклажана осталось тоже мало. Я вот перед тем, как мы прервемся на кофе-брейк, хотел бы поинтересоваться, в чем секрет успешной семьи, такой, как у вас? Секрет успешной семьи не только такой, как у нас. Я считаю, что один. Нужно каждому начать менять себя. Если ты начнешь менять себя, если вторая половина это увидит и начнет менять себя, подстраиваться, знаете, как говорят, нужно жить так, чтобы как можно больше угодить друг другу. И я уверяю вас, у вас в семье будет такая идеальная жизнь, что вы будете наслаждаться жизнью, а не думать, как бы заказать, что ли, свою жену. Это не надо было говорить. Но это уже вошло. Да. Да, да. И родственники жены обязательно это увидят. Слушай, я могу анекдот рассказать. Давайте перед кофе-брейком один анекдот. Давайте я вам один анекдот расскажу. Один пожилой мужчина женил свою, то есть жил прекрасно, у него была идеальная семья. Может быть, это что-то как-то с нашей тоже. И ему вот точно так же приехало телевидение и так далее, и говорят: но как вы добились такого? Как вы смогли так организовать свою семейную жизнь, что у вас вот все идеально, что жена никогда не ругается, что вы никогда не ругаетесь? Ничего не было такого. Он говорит: это элементарно. Мы, когда женились, мы ехали на повозке, запрягли лошадь, ехали. И в один момент лошадь споткнулась, упала. И я сказал, говорит, раз. Когда лошадь подняли, все, поедем дальше, лошадь опять споткнула и опять упала. Я сказал, говорит, два. И когда мы едем дальше, лошадь споткнулась, опять упала, я, говорит, взял ружье, выстрелил, говорит, и убил лошадь. И жена, конечно, начала, говорит, возмущаться: ты что сделал, животное убил и так далее. Я просто сказал, говорит, раз. И два не было. Секрет хорошей идеальной семьи. Завтра же возьму лошадь и приглашу супругу на прогулку. А я считаю, что есть секрет счастливой семейной жизни. Не только семейной жизни, вообще счастливой жизни. Он заключается в благодарности, Султан. Потому что за все, что происходит в нашей жизни, если мы остаемся благодарными, то нас будут посещать только самые лучшие эмоции и чувства в этой жизни. А в конце жизни я очень люблю общаться с взрослыми людьми, которые уже прожили свою жизнь, имеют мудрость, имеют опыт жизненный. И на вопрос, мой вопрос, что вы бы изменили, на что бы вы больше всего обратили внимание в своей жизни, если бы вернуть все назад, все говорят на то, что много делалось бы дел таких, которые оставили бы благодарность в наш адрес. Представляете? Поэтому я понимаю, что в конце жизни остаются только одни воспоминания, одни истории. И если у нас жизнь будет пропитана именно благодарностью, то все и отношения, не только в семье, мы имеем отношения и с партнерами по бизнесу, соседи, родственники, мы с вами сейчас в хороших отношениях, скажем так, и за все мы это благодарны. Хотел поинтересоваться, на каком этапе у нас вообще сейчас приготовление блюд? Так, ну мы уже все подготовили для того, чтобы все уже погрузить в духовку. А, да? Да, все. Замечательно. Давайте перед тем, как мы все это погрузим в духовку, предлагаю вам прерваться ненадолго, попробовать этот ароматный кофе от кофейни Family, которая находится во всех филиалах торгового дома Киргу. Вы можете прийти туда всей семьей, обдумать все предстоящие покупки. Там очень вкусно. Ну и кофе просто бесподобный, вы можете в этом убедиться прямо сейчас. Поэтому оставляем все. Спасибо. Спокойненько. Спасибо большое. Ароматный кофе от кофейни Family. И Владимир Владимирович звонит, поэтому мы ненадолго прерываемся на кофе-брейк.
Итак, уважаемые телезрители, мы вернулись в студию, где у нас уже готовый смузи. Чизкейк. Чизкейк. И остается достать из духовой печи фаршированные баклажаны по-мальтийски. Вот так мы их назвали. И вот так они у нас выглядят. Да, очень. Да. Очень. Ну, я предлагаю долго не разговаривать. Хорошо, давайте поговорим. Все ли получилось, как вы планировали? Да, ровно так, как мы хотели это все приготовить, так и приготовилось. Круто все. Ну, запахи просто непередаваемые по экрану. Нет? Да, конечно, давайте мы подготовили блюдо, на которое выложим наше приготовленное уже блюдо. Аккуратненько. Отлично. А, значит, я один смузи, с вашего позволения, уже да, забронировал. Да, я думаю, что один я забронирую. Да, все правильно. Пользуясь случаем, хотелось бы... Передать привет. Да, нет, поднять это смузи за прекрасный, уютный торговый дом Киргу, дом, в котором есть абсолютно все. Вот, теперь еще есть кофейня Family, о которой я сегодня говорил. Обязательно спущусь вниз, чтобы сравнить вкусы смузи. Вот, ну, да, ваши тарелочки. Сейчас все мое внимание здесь, за этим столом, где мы сейчас будем дегустировать баклажаны по-мальтийски, фаршированные там. Я, наверное, отсюда чего возьму. Только не было. Ой, чувствую сейчас... Телезрители, помочь? Вы меня простите. Не упусти свой шанс выиграть квартиру в Махачкале, Хасавюрте или в Дербенте. Купи в магазинах компании Киргу товар с желтыми ценниками. Все подробности по номеру 8 800 770 3003 и на сайте kirgu.ru. Киргу – дом, в котором есть все. Итак... Мы готовы. Ну, могу сказать одно. Шедеврально. Да. Просто шедеврально. Круто. Шедеврально. Вкусно. Очень вкусно. Вот. Я могу даже более сказать. Это очень вкусно. Потому что, когда я говорю очень вкусно, она готовит еще лучше. Не расслабляется. Эти у нас свои секреты. Не расслабляется, да. Так, а так я, что? Наверное, нарежу и чизкейк наш. Да, 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 да. Чизкейк наш. Со смузи, мне кажется, да. Сейчас. Очень хорошо пойдет. Да, я вижу глаза операторов сейчас, которые. Когда же закончится съемка? Когда же мы приступим к трапезе? Да, да, уважаемые телезрители, все именно так. Вся съемочная бригада потом присоединяется, мы все вместе кушаем. Даже вот люди, которые мимо проходят, если у них возникает желание, вот вы сейчас смотрите передачу. Если вдруг оказались здесь, можете подойти, попробовать. Без проблем, вам никто в этом не откажет. Можете быть в этом уверены. Но сегодня мы пробуем это все без вас. Да. За что просим у вас прощения, конечно же. Это отдельно для чизкейка, да, у нас? Да. Давайте. Мне очень интересно будет ваше мнение, потому что я готовила с любовью. Мы постарались выбрать такие полезные блюда, максимально полезные, потому что в нашей семье это тоже один из важных принципов. Акцент делаем на здоровье, на здоровом питании. Ну, вы знаете, очень все вкусно. Дорогие телезрители, мне действительно жаль, что вы не можете этого сегодня попробовать. Может быть, давайте перед тем, как выпьем смузи, что-нибудь пожелайте нашим телезрителям, которые... С большим удовольствием, мне кажется, смотрят сегодняшний выпуск «Галереи вкусов». Прошу. Мы хотим выразить свои эмоции сегодня. Время, которое мы провели на этой кухне, в этом торговом доме Киргу, оно на самом деле будет для нас очень запоминающимся, очень полезно провели время, продуктивно. И я понимаю, цель передачи сегодняшней и название «Семья», как вы видите, да, у нас на фартуках тоже семейные ценности. Я бы очень хотела пожелать нашим телезрителям каждому иметь свою собственную личную семью, пусть она будет одна у вас, неповторимая, лучшая, счастье вашей семье, прекрасных взаимоотношений, увеличение в ваших семьях, процветание вашим семьям.
и на самом деле самых лучших эмоций и чувств в мире, чтобы присутствовали в ваших семьях. И, конечно же, готовьте на здоровье, готовьте с удовольствием, готовьте в радость и получайте от этого тоже удовольствие. Вместе с Киргу. Да. Мужчинам хочу сказать, что я сегодня первый раз в жизни надел фартук. Я думаю, что смотрится очень хорошо. И хочется сказать... Можно в спортзал ходить. С фартуком. Хочется пожелать нашим телезрителям: не стесняйтесь, готовьте, берегите свою семью, цените все ценности вашей семьи, определитесь с ценностями семьи и вперед в дальнейшую жизнь. Спасибо. А мне, в свою очередь, хотелось бы поблагодарить вас от всего торгового дома «Киргу», то, что вы сегодня пришли, приготовили такие замечательные блюда, порадовали нас хорошей компанией. И от торгового дома «Киргу» вот этот замечательный набор кастрюль. Сегодня я хочу подарить вам. Принимайте. Спасибо, спасибо большое. А спасибо. Это намек на то, что мы придем в гости, как бы все вместе к вам. И посмотрим, что в этих кастрюлях интересного вы нам приготовите. Мы вам приготовим гораздо больше, чем то, что можно приготовить в этих кастрюлях. И опять-таки с любовью. Мы всегда ждем, наш дом открыт для всех. Особенно для таких друзей, какие мы сегодня с вами. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, вот такая замечательная семья сегодня посетила галерею вкусов. Еще много интересных блюд, много интересных гостей ждет вас впереди. Поэтому настраивайтесь уже на следующей неделе. Новые рецепты, новые гости, ну и, конечно же, новые эмоции, которые дарит вам галерея вкусов и торговый дом «Киргу», дом, в котором есть абсолютно все для вашей семьи. Не упусти свой шанс выиграть квартиру в Махачкале, Хасавюрте или в Дербенте. Купи в магазинах компании «Киргу» товар с желтыми ценниками. Все подробности по номеру 8 800 770 3003 и на сайте kirgu.ru. «Киргу» – дом, в котором есть все. После встречи с вами психологу понадобился психолог. Все ясно. Теперь я знаю, какая вы семья. Ha ha ha!